Ученые доказали смертельную опасность сушилок для рук. Исследования показали, что эти приспособления способны вызывать вспышки бактериальных инфекций. Ученые из Франции, Италии и Великобритании провели ряд исследований, которые доказывают смертельную опасность сушилок для рук. Об этом сообщает Medical Express. Международная группа исследователей утверждает, что сушилки могут быть причиной распространения смертоносных микроорганизмов. Особенно острой проблемой является в уборных, размещенных в больницах. Специалисты изучили распространение микробов в туалетах больниц во Франции, Италии и Великобритании на протяжении 3 месяцев. Ученые обращали внимание на уровни бактериального загрязнения в помещениях с сушилками и другими способами вымыть и высушить руки. Пробы брались с воздуха, стен, пола и предметов, размещенных в комнате. Оказалось, что в туалетах с сушилками распространение бактерий, в том числе таких штаммов, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии, значительно выше. Потоки воздуха разносят оставшиеся на руках бактерии на большие расстояния. Ранее группа ученых доказала опасность смартфонов для человека, и это связано с голубым свечением экрана. Также корреспондент писал о том, что ученые нашли новую причину старения. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.